Произошла стрельба у входа в офис «Валберес» в центре Москвы. Как минимум 10 участников конфликта в головном офисе «Валберес» задержала полиция. Со слов совладельца онлайн-ретейлера Владислава Бакальчука, на него и его команду пытались совершить нападение, когда они приехали на переговоры по остановке строительства складов компании. После стрельбы огнестрельные ранения получили несколько человек. Пули попали в конечности и спины пострадавших. По предварительным данным, один человек погиб и два получили ранения. Затем сработала пожарная тревога и приехала Росгвардия. Всех сотрудников «Валберес» эвакуировали. Вместе с ними и студентов журфака МГУ. Здание факультета находится рядом с центральным офисом «Валберес».